Понедельник вечером, наша жизнь на ОНТ. Здравствуйте, дорогие друзья. Так получилось, что за последние несколько недель было сразу несколько таких серьезных поводов для того, чтобы нам всем вместе поговорить о школе. Сначала в плановом порядке глава государства собирает руководителей профильных ведомств. Звучит тема не только состояния дел в школе, но также достаточно резкая критика. Здесь принципиальный момент, некоторые неправильно поняли, а хотя было подчеркнуто, что речь не идет о том, что надо ломать систему. Да, переосмыслить что-то, скорректировать действительно, в этом есть необходимость, но разговор про ломку не идет. Потом была совершенно жуткая история, нетипичная для Беларуси в Столбцовской школе. Мы до сих пор анализируем ее, пытаемся понять, почему это стало возможным. Ну и, наконец, очень часто мы говорим о школе, когда вот родители особенно собираются вместе и начинают обсуждать. Ребенок много часов проводит в школе, потом возвращается домой, и снова у него школа. На этот раз уже в виде домашнего задания. Возникает вопрос, когда заниматься спортом, когда заниматься музыкой, общаться со сверстниками, социализироваться, когда, наконец, просто с родителями говорить о том, что такое хорошо, что такое плохо, в общем-то, жить. Кто-то как-то сказал очень правильно, что наши дети, такое ощущение, пашут больше, чем взрослые. Вот давайте попытаемся сегодня ответить на вопрос, а какая школа нужна нам, белорусам? Это «Наша жизнь», мы начинаем. Два представителя вот того совещания, которое было в начале февраля у президента, это Валентина Васильевна и Марина Александровна. Спасибо, что вы нашли время прийти обсудить серьезную тему, потому что, вот, как мне показалось, главный посыл той встречи, его как-то активно в социальных сетях поддержали, когда президент сказал, что вот нам не хватает такой практикоориентированности. У нас школьники, выходя, покидая как бы, вот, стены класса, они какие-то, не знаю, оторванные от жизни, и с этим надо что-то делать. Вот мы начали изучать эту тему, понимаем, что даже в 50-х, да, была целая программа, как сблизить школу и реальную жизнь, потом снова и снова. То есть, видимо, нам периодически нужно проводить такую корректировку, когда мы увлекаемся теорией, увлекаемся там, подготовкой олимпиадников, но давайте признаем, больше гениев после школы не стало. Значит, действительно, корректировка какая-то нужна. Какая? Вот, Валентина Васильевна, на ваш взгляд, как надо сближать теорию и практику в школе? На совещании у главы государства были обсуждены вопросы о совершенствовании содержания общего среднего образования. Речь шла об учебных программах и учебниках. Нужно отметить, что обновление содержания общего среднего образования, сближение, как вы говорите, теории с практикой, началось еще в 2015 году, когда мы обновили учебные программы по всем учебным предметам, и практикоориентированность стала основным критерием обновление учебных программ. Внедряются эти учебные программы в образовательный процесс поэтапно. А как это на примере? Да? То есть вот например, чтобы мы сразу понимали, что действительно это есть. В учебных программах предусмотрено не только определенные знания и умения по учебному предмету, но главным является умение применять эти знания. Мы исходим из того, что знания имеют смысл только тогда, когда ученик умеет этими знаниями пользоваться. И поэтому в учебных программах обновленных четко прописано не только, что он должен знать и уметь, но и как он должен применять это для решения учебных каких-то жизненно важных задач. В учебниках вот эта практика ориентированность нашла отражение в упражнениях и задачах, которые предлагаются ученикам. То есть стало меньше задач абстрактных из пункта А в пункт Б. Ученику предлагается решать задачи, которые связаны, если это на движение задачи, то с передвижениями по Республике Беларусь и за ее пределами. Предлагаются задачи, которые, в которых необходимо применять знания для решения бытовых вопросов при ремонте квартиры, например. Либо же при совершенно верно. Но сразу хочу сориентировать абсолютно точно. У самого сына учится в школе. Смотрю, и правда, про Беларусь очень много. Конкретные вещи человек может использовать. Но мне показалось, что речь шла о другом, и мне бы не хотелось от этого уходить, потому что мы, родители, в первую очередь, тоже вот на это заточены. Когда, условно говоря, слышал сам историю, ребенок возвращается с трудов и говорит, папа, надо лобзиком что-то выпилить. Ну, отец помогает, хотя, понятно, квартира нет ни верстака, как правило, в квартире для того, чтобы вырезать лобзиком. Потом второй раз, третий, отец спрашивает, а что ты на трудах в школе делаешь? А он говорит, а мы пишем в тетрадке, как правильно нужно вырезать, какую пилку. То есть вот я про этот перекос. Простите, но давайте тогда говорить о том, что ребенок уже принес пилку, уже заинтересовался. А вот на уроке все зависит от учителя. Он писал или он...
сумел и записать, как это делать, и показать своим примером. Наверное, вообще в образовании человеческий фактор – это самое главное. И все программы, какие бы они ни были, сложные или облегченные, какие бы ни были учебники, написанные на примерах из жизни или теоретизированные, учитель грамотный, который высокой квалификации, у которого широкая и большая душа, он найдет возможность так донести ребенку, чтобы это ему пригодилось в жизни. Ну, учитель – это да. Но я хотела бы еще обратить внимание на то, что должна быть соответствующая материально-техническая база. И сегодня у нас уроки трудового обучения, действительно, вот кабинеты, которые предназначены для проведения этих уроков, они нуждаются в комплексной модернизации и обновлении. Потому что сегодня техника идет вперед, жизнь идет вперед. И, конечно, может быть, те станки, которые сегодня у нас присутствуют в большинстве учебных заведениях, уже устарели. Мы как-то немножко забываем, и, наверное, может быть, больше стоит на этом обращать внимание, что все-таки школа – это социальный институт. И самая главная миссия школы – это научить ребенка социализовать его в обществе. То есть он может быть успешным и как участник олимпиадного движения, он может быть успешным, овладев какой-то профессией, какой-то специальностью. Понимаете? То есть здесь вот такой комплексный должен быть подход. Каждый должен найти свою траекторию движения. Так, а что это значит? Если это трансформировать в конкретное предложение? Меньше математики, больше, я не знаю, там какой-то истории тех же трудов и физкультуры. Вот что мы можем рекомендовать вот тем, кто сейчас работает как раз над созданием программ? Вы знаете, процесс уменьшения нагрузки и какое-то такое механическое сокращение часов, он недопустим. Если программа модернизируется, то должно быть все логически связано. И мне кажется, что вот сегодня есть у нас проблема, когда есть несостыковка, которая произошла именно в рамках вот такого просто механического сокращения учебных часов. Например, по физике изучают тему, а математический аппарат еще не готов для того, чтобы изучать эту тему. Понимаете? И так, отсюда и получается вот такой вот немножко перекос. Оксана Владимировна имеет в виду межпредметные связи. Да. Были нарекания у педагогов о том, что действительно иногда не хватало математических знаний для того, чтобы решать задачи по физике. Но как раз при доработке программ в 2015 году этот фактор и эта проблема была учтена. И рабочие группы, которые разрабатывали программы физики, математики, собирались вместе для того, чтобы решить этот вопрос. Химики с биологами, историки с теми, кто разрабатывал учебные программы по литературе, по учебному предмету искусства. Поэтому я могу говорить о том, что на сегодняшний день проблема межпредметных связей, она решается и в части случаев уже решена. Если мы говорим о том, что необходимо уменьшить и увеличить, мы должны понимать, что сегодня учебный план, который включает учебные предметы, разные учебные предметы, он достаточно хорошо сбалансирован. Нельзя говорить о том, что сегодня нужно уменьшить математику, увеличить физику или наоборот. Конечно, наши дети очень прагматичны. И вот такие рассуждения, когда они хотят знать, хотят заниматься тем, что им в ближайшее время принесет максимальную пользу. Но такая чрезмерная прагматичность, я хочу знать только то, что мне пригодится завтра. Зачем мне история, если я буду экономистом? Подобное рассуждение мы сегодня слышим не только от учеников, мы слышим и от родителей. Но чрезмерная прагматичность, она не лучший критерий при отборе учебного очень материала. Важна, согласен, да. Я поддержу коллег, что очень важна роль учителя в школе. То есть это на первом месте, второе – это методика, по которой учат, и третье – материальная техническая база. Но когда вот в коллективе мы хотим, чтобы кто-то поделился опытом и обучил другого человека. Кого мы выбираем для обучения? Самого плохого работника или самого лучшего? Конечно, мы попросим самого лучшего работника научить других работников, как делать работу хорошо. Поэтому и для того, чтобы роль учителя, чтобы учитель учил хорошо, там должны быть самые лучшие представители. То есть нужно поднимать престиж профессии учителя. Возьмем опыт Финляндии. Да? Там учителя зарабатывают гораздо больше других всех специальностей, которые есть. И поэтому у них такие высокие результаты на международной арене в сфере среднего образования.
И подняв престиж профессии учителя, мы сможем привлекать туда самых лучших представителей путем заработной платы, путем сокращения ненужной работы. Вот у нас в школе работает тоже, у меня школа английского языка, работают бывшие учителя школы. Я говорю, а что не так? Они говорят, а мы много, вот берем, заполняем отчет, сколько, 4 раза о посещаемости занятий, в 4 разных отчетах пишут. Это же все можно автоматизировать, мы строим IT-страну, то есть это можно все автоматизировать. То есть не просить одного учителя 4 раза писать одни и те же бумажки по посещаемости учеников. То есть вот это момент главный — поднять престиж профессии учителя. Да. Я бы не стал сосредоточиваться просто на оплате учителя. Вообще, в принципе, учитель — это такая фигура, которая как бы не платили, он будет работать так, как он работает. И если брать опыт Финляндии... Если он работает хорошо, он работает хорошо уже. Так, и здесь зарплата не самый определяющий момент. Но конечно, важный. Но важный. И если говорить о Финляндии, я бы брал бы не только зарплату, а вообще как бы организован там процесс обучения. Обсуждение темы учебников, конечно, очень важно. Но извините, мы не сможем написать учебники, чтобы они были актуальны на протяжении всех лет учебы в школе. Происходит обновление знаний, и, соответственно, нужно находить другие способы с помощью получения этих знаний, в том числе и практикоориентированных. Конечно, нужно сохранить и соотношение и теории, и практики, но есть несколько таких вызовов времени, которые мы должны помнить. Сейчас, к сожалению, ни родители, ни школа не имеют прогноз на завтрашний день. Хотя, в принципе, сама школа, как институт социализации, она направлена в будущее. То есть сейчас институт образования формирует будущее нашей страны. Так? И поэтому это должно быть включено максимум внимания. И, да. Да, Вера, вот вы частной школой занимаетесь. Я когда вот вас приглашали на программу, я признаюсь, наверное, должно быть стыдно, я не знал, что у нас есть вот полноценные частные школы. Существует, но программы-то одинаковые у вас, они же не могут быть разные. На сегодняшний день негосударственные учреждения образования работают по программам, утвержденным Министерством образования. То есть вы в теме абсолютно. И полностью отвечают своим учебным процессам, тем требованиям, которые предъявляет нам государство. Мало того, мы являемся некоммерческими структурами. Что это значит? Вот говорят, что образовательный бизнес. На самом деле некоммерческая структура, что это такое? Мы не имеем права образовавшуюся прибыль извлекать. Я, как учредитель частной школы и детского сада, не могу извлекать прибыль, я могу направлять ее только на нужды образования. И я хочу сказать, что в такой системе, в такой хозяйственной деятельности удается преодолеть многие проблемы, которые возникают в государственных учреждениях образования. Например? В первую очередь это касается работы учителей. Потому что мы, конечно, у нас тщательный отбор педагогического состава. И я вам хочу сказать, что сейчас, в прошлом году мы открыли среднюю школу. И набор учителей, когда мы производим, у нас очередь. То есть на сегодняшний день большое количество учителей готовы проявлять, развивать, совершенствовать свои навыки. А чего вы берете, Вера, зарплатой? Или условиями труда? То есть вы перебиваете тем, что, скажем так, в государственной школе там зарплатные, либо нагрузка другая? Вот это принципиальный момент. Мы не перебиваем. Вот это слово я бы не хотела, чтобы оно прозвучало. Мы предлагаем нашим педагогам гораздо более комфортные условия и возможности реализовать все свои знания, навыки и, возможно, какие-то желания проявлять в своей учебной деятельности. Это первое. Снимая ту отчетность, снимая ту нагрузку, о которой говорил Сергей. Второе – это, конечно, заработная плата, которая на 20-30, а может быть иногда и на 40% выше, чем в обычной государственной школе. Плюс комфортный микроклимат, атмосфера дружественная, которая позволяет учителю чувствовать себя комфортно. Сколько у вас учащихся? Вот хотел спросить. Я хотела еще добавить о том, что учащихся на одного учителя 10-12 человек. То есть каждый ребенок может получить внимание, заботу этого учителя, и учитель отвечает конкретно за результаты своей работы, что очень поднимает как бы самоощущение, то чувство, которое испытывает учитель, когда он видит результаты своей работы. А во сколько обходится сегодня родителю обучение своего ребенка в вашей школе? Хочу сказать, что есть цифры статистические о том, что государство в год тратит на ребенка, одну минуточку задумайтесь, 1408 рублей в год. В то время как частная школа, себестоимость одного ребенка составляет 600 рублей в год.
Сегодня мы открыли среднюю школу со стоимостью в месяц 700 рублей. Можно сказать, что это на пределе себестоимости, но тем не менее мы сознательно сделали низкую стоимость обучения ребенка в месяц с тем, чтобы максимально дать возможность детям получить тот объем знаний, тот объем информации, работая с суперпедагогами, педагоги, которые сегодня находятся на острие науки, которые имеют свои авторские программы и так далее. Очень много говорится о том, что дети сегодня перегружены. Угу. Большой как бы претензия и со стороны общественности, и некоторые родители высказывают такое мнение. Я хочу сказать, что сегодня в психологической науке, вот Сергей не даст соврать, есть такое мнение, бытует такое мнение, чтобы добиться совершенства в какой-либо из областей знаний или деятельности, необходимо потратить 10 тысяч часов практики, если мы хотим добиться совершенствования. То есть о чем это говорит? О том, что с детских лет необходимо приучать детей к труду. Абсолютно правильно. И мы считаем основной, главной своей задачей не только научить учиться, но и приучить ребенка с ранних лет о том, что нужно трудиться. И это крайне необходимо. Труд может быть не только в школе. Может быть разный. Конечно. Труд. Можно учиться. Ну, в принципе, многие из нас еще помнят такой урок, как чистописание. Ну что, это труд, это соответственно. В эпоху гаджетов, да, и прочее, но да. Какое имеет это отношение к современному времени? Здесь нужно, чтобы выбрать, чему учиться именно. Вот, да, Марина, простите, вот это вот самое. Я хочу и поддержать коллегу частной школы, и вместе с тем не согласиться. Сегодня примером государственного хорошего образования может быть много школ. И в мою школу тоже стоит очередь из педагогов, так же, как и из детей. Это не вопрос, частная школа или государственная. Это вопрос, как она организована. Только в этом вопрос. И сегодня родители приходят, мои уходят в частную школу, потому что, может, какой-то компонент не устроен. А из частной школы приходят, и у нас есть опыт очень большой, когда важный вопрос социализации, быть вместе разным детям. Тем, кого сегодня я должна не только научить, но и накормить, обогреть, посмотреть, что у него дома происходит. В частную школу приводят, наверное, родители очень высокомотивированных, сами родители высокомотивированные к образованию. Это состоятельные люди. Состоятельные люди, которые могут сегодня заплатить. А в обычной школе мы имеем разный комплекс. И вот здесь я говорю родителям иногда, хорошо, когда нет тепличных условий, потому что когда он выйдет в жизнь, ему нужно уметь общаться со всеми разными. Мы обязательно продолжим эту тему. Как раз я надеюсь, что во второй части мы больше сосредоточим внимание на каких-то конкретных практических рекомендациях. Обязательно их обсудим. Но раз уж мы сегодня оттолкнулись от того совещания, которое было в начале февраля, я предлагаю вспомнить фразу, которая, на мой взгляд, с одной стороны, очень хорошо описывает ситуацию сегодняшнюю, а с другой стороны, дает ту самую платформу, с которой и смотреть на ситуацию удобно, и вырабатывать какие-то рекомендации. Давайте посмотрим и продолжим потом. Если мы понимаем, что от этого надо отказаться, это надо делать решительно. Самое главное в образовании, да и вообще, и в экономике, и в других вопросах, когда мы знаем, что надо делать, но из-за бюрократизма нашего, махрового, мы начинаем затягивать эти процессы. Тогда проходит время, и мы видим, что то, что надо было делать вчера, уже неприемлемо для сегодняшнего дня, тем более завтрашнего. Получается этап непройденный. И мы хватаемся за передовое, а под этим передовым нет фундамента. Поэтому все надо делать постепенно, как в народе говорят, плавно. И от меньшего к большему, от простого к сложному двигаться. Так мы договорились, будем действовать в образовании. Понедельник вечер, наша жизнь на ОНТ, обсуждаем сегодня нашу школу. Проблема, конечно же, даже не проблема, ситуация очень широкая, она глубокая, очень множество разных аспектов. Мы имеем дело не просто с институтом, который как в лаборатории где-то находится, ты можешь что-то ввести, что-то вывести. И вот эта в вакууме система, она как-то вот реагирует на каждое движение. Это огромный механизм, который связан с целыми поколениями. И вот именно поэтому я сейчас достаточно долго буду говорить, но мне важно, чтобы мы вместе с нашими телезрителями настроились на общее поле и смогли выработать вот конкретно какие-то рекомендации, которыми вооружатся специалисты, если у них этих рекомендаций пока еще нет. Я начну
с историей, которая произошла в Столбцах. И вот почему. Она, во-первых, для нас, я снова повторюсь, абсолютно нетипичная, как бы кто ни хотел сказать, что вот видите, у нас чуть ли не каждый день такое происходит. Нетипичная для нас и, безусловно, очень жуткая эта трагедия. Мы до сих пор пытаемся понять, почему это произошло. Но здесь очень важный момент. Мне было стыдно за многих моих коллег, которые начинали смаковать эту трагедию, обсасывать историю с убитым, фактом убийцы и убийства в целом. И говорили самое страшное, начинали делать выводы, что вот у нас поколение такое, мы его потеряли, у него нет ценности, оно застряло где-то в играх, не в играх дело. Ведь вы, дорогие коллеги мои, не заметили, что параллельно с образом убийцы рядом был еще один паренек, который бросался под нож, спасая учительницу и ученика. Ведь без этой картинки мы не получаем представление поколения. Оказывается, оно хорошее, оно с правильными ценностями, все в порядке. И точно так же, когда мы говорим про школу, мы должны понимать, да, есть посторонние вещи, есть даже посторонние люди в школе, бывает такое. Но крайне важно, когда мы устраиваем вот такой вот анализ, не обидеть тех учителей, которые на самом деле на своем месте, которые талантливые, они отдают душу, свое время и делают это хорошо, профессионально. Вот давайте вот так вот, когда мы сейчас с вами настроились, попытаемся сказать, а что надо все-таки сегодня нашей школе, где есть и недостатки, и реально сильный фундамент и достоинство. Вот что нам необходимо? Вера, как вы считаете? Я не буду оригинальной, говоря о том, что частная школа сегодня испытывает проблемы очевидные. Потому что, например, если говорить о государственной школе, сегодня 3000 государственных школ и всего лишь 14 частных. Это 0,07% от общего количества. Можно сказать, что в России приблизительно 0,5%. А что это дает, это разнообразие? Что дает выбор? Право выбора. Родители имеют право отдать ребенка в государственную школу. Кстати, в прошлом году произошло изменение в законодательстве, и родители теперь привязаны по месту жительства. И это как бы во многом сократило возможности для выбора. Поэтому наличие частных структур сегодня позволяет родителям сделать выбор. Хороши частные школы, не очень хороши, разные они бывают. Но, тем не менее, мы такую возможность родителям... Должно быть многообразие. Да, что-то родителям еще? Дали. Я хотела сказать о том, что сегодня проблема, которую испытывает частная школа, приблизительно такие же, как и государственная. Если государственная школа получает финансирование из бюджета, мы абсолютно на самофинансировании находимся, и нас финансируют наши родители. Поэтому материальная база, конечно, во многих школах оставляет желать лучшего. Особенно это касается зданий, которые, в которых мы находимся. У нас свое здание, но остальные все школы, большинство, находятся в зданиях, которые они арендуют. И это не специализированные здания, которые специально построены. И вот эта вот проблема частного образования, и мы обращались с письмом и в исполком, и сейчас в горосполком будем обращаться с просьбой выделить земельный участок для строительства такой школы. Ясно. То есть, в принципе, проблемы совпадают, да, с точки зрения обновления основного капитала и прочего. Вы да, знаете, я хочу сказать просто, что очень хорошо, что у нас сегодня появляются в нашей стране новые альтернативные формы. Но хочу напомнить коллегам, что у нас по Конституции обязательное образование – это право на образование имеет каждый гражданин. И поэтому, естественно, что государство, как гарант этого права, создает государственные учреждения образования, где обучается большинство детей сегодня у нас. Но сегодня мы переходим немножко и по-другому смотрим и на государственные учреждения образования. Мы переходим к подушевому финансированию учреждений образования. Для того, чтобы вот как раз-то даем возможность каждому педагогическому коллективу проявить себя, как сказала моя коллега. Кому-то стоят в очередь, кому-то есть спрос на какое-то учреждение, а кому-то нет. И поэтому государство сегодня тоже занимает такую определенную взвешенную политику в этом направлении. Для того, чтобы именно и в государственном учреждении образования, в большинстве из них, были созданы комфортные условия, которые могли бы реализовать право ребенка на образование. Да. Я хотел бы помечтать, какое образование, какая школа нужна нашей стране. Идеальная, на мой взгляд, школа – это чтобы был баланс между социализацией и обучением знаний.
Так? Потому что, естественно, учитель, школа, она вынуждена вот это содержание образования втаскивать. При этом, естественно, страдает, на мой взгляд, в первую очередь, это социализация. А с чего начать, Сергей Вячеславович? Иногда просто учителю больше поиграть. Пусть он, извините, не даст какой-то там материал, какую-то тему, просто поиграет. В этот момент как раз формируется человек, личность человека и так далее. Тем более это очень важно, предположим, для начальной школы. Очень часто, в принципе, когда меня спрашивали, в какую школу отдать, я говорю, безразлично какое, главное, чтобы был первый хороший учитель. И еще очень важно, чтобы школа изменила отношение, потому что, как правило, если брать эту вот систему столбцов, то, как правило, учитель обращает внимание на тех, которые выделяются, активных и так далее. Если человек, ученик, будет сидеть тихо, спокойно, на него никто не посмотрит, все нормально, тем более не выпадает. Так? Вот этому нужно уделять больше внимания. Услышали, да. Вот замечательно, я здесь тоже поддержу. Для меня то, о чем говорил коллега, это работа с эмоциональным интеллектом. Это то, чего сегодня, на мой взгляд, не хватает современной белорусской школе. Потому что учить ребенка видеть эмоции, управлять этими эмоциями, распоряжаться правильно, это бы, если бы мы с этим работали, с эмоциональным интеллектом учителя, родителя, ребенка, мы бы многих проблем могли бы избежать. Борис Александрович, вот он сидит над этой математикой русским, он приходит домой, я иногда уже тоже встаю, приезжаю домой, он над уроками сидит, я не могу понять. То есть снова и снова, я честно признаюсь, я тоже закончил физмат, я смотрю на этот пятый класс и начинаю понимать, почему они в пятом классе это учат, зачем ему это вот сейчас. Действительно, ушел базовый компонент немножко. Понимаете, сегодня программа таким образом иногда по некоторым предметам сокращена, что на изучение темы отводится 2-3 урока. Как мы сегодня можем за 2-3 урока обучить, закрепить и двигаться дальше? Есть вещи, которые необходимо и 5, может быть, уроков закреплять. И мне кажется, вот на мой взгляд, я всегда об этом говорю, что сегодня в школе, создана социально-психологическая служба, есть психологи. Но сегодня, на мой взгляд личный, что то количество психологов, которое работает в школе, их не хватает. То есть на сегодняшний день вот аспект оказания психологической помощи всем. Ведь психолог, как специалист, он может выявить вот эти болевые точки и у ребенка, и у родителя, и у педагога. Но один человек, который работает сегодня на учреждении образования, конечно, не в состоянии этого сделать. Мне кажется, что сегодня в нашей школе есть, если не все, то практически все для решения тех задач, которые она должна решать. Если вот вернуться к вопросу Оксаны Владимировны о том, что на отдельную тему нужно больше часов или меньше, сегодня у учителя есть возможность перераспределять количество часов на изучение тем. Об этом прописано в инструктивно-методических письмах. Осталось только мудро, профессионально распорядиться всем тем, что сегодня есть в распоряжении у учителя. Но мне кажется, что сегодня очень важно для того, чтобы современная школа могла решать задачи, нужно еще и то понимание, что учеба – это учиться нужно регулярно, и учеба – это труд. И это развитие факт. Ребенка возможно в том случае, если он будет преодолевать посильные трудности. Вот как спортсмен, когда готовится к Олимпиаде, ведь для того, чтобы достичь успехов каких-то, он всякий раз себе поднимает новую планку для того, чтобы двигаться вперед. Точно так же и система образования построена на поэтапном усложнении учебного материала. Да, но можно так загнать этого спортсмена, что он ляжет и больше ничего не выдаст. А для этого должен быть очень умный, мудрый тренер, роль которого и выполняет вот сегодня учитель. Послушайте, уважаемые коллеги, учеба – это труд, все согласны. Но мы сами делаем, я не знаю, там перегружены ученики сильно, не сильно, но скажите, пожалуйста, зачем тогда решебники мы выпускаем? То есть мы уже сегодня дошли до того, что домашнее задание, пришел, купил решебник в книжном магазине, переписал в тетрадь, выполнил и все. То есть мы отучаем детей таким образом даже какие-то, не всех, конечно, но большинство детей. Вы не лишайте родителей, Оксана Владимировна, хоть какого-то способа помочь своему ребенку. Уважаемый Дмитрий, родители вполне в состоянии помочь своему ребенку, вспомнить свое золотое детство, сесть и прорешать с ним какие-то предметы. Это должны делать? Они должны говорить, если он хочет что помочь. Такое хорошо, что такое плохо, как себя вести, как уважать старших, рассказать о своих предках, о своей истории. Почему я должен делать с ним математику? А вы не должны делать.
делать ее. Вот вы все родители вынуждены делать уроки со своими родителями. Вынуждены. Дмитрий, да. Есть у домашнего задания, домашнее задание – это этап обучения. У домашнего задания есть своя функция. И его основная задача – научить ребенка самостоятельно учиться. Согласен. И если мы лишаем ребенка вот этого этапа, то он никогда не приобретет вот это умение учиться. Сегодня мы говорим об образовании через всю жизнь. Придется учиться, переучиваться и несколько раз. Если он базовые навыки самостоятельно учиться в школе не приобретет, а эти навыки формируются во время выполнения домашнего задания, то он и не сможет учиться через всю жизнь, это постоянно логично. Социализироваться. Валентина Васильевна, вот я прошу прощения, Сергей, вижу, что хотите сказать, но готовясь к этой программе, начинаешь читать форумы, и люди размышляют, приводя некие такие примеры, что якобы есть страны, где система построена таким образом. Вот проверим заодно, правда, неправда. Дети учатся, потом, значит, приходят домой в районе 4-5 часов, но за это время они уже сходили на какую-то профильную секцию в школе. Они сделали домашнее задание самостоятельно, просто под контролем человека, который как-то насмотрит. И придя домой, условно, в 5 часов, у них портфель стоит где-то у входа, и они занимаются тем, чем должен заниматься ребенок в этом возрасте. Это фантазия, не приближенная к жизни, или это действительно имеет под собой какие-то перспективы? На самом деле, то, что, о чем вы говорите, это реализуется уже сейчас в частном образовании. А, то есть это так и есть, так да? Так и есть. Ну вот как у нас я делать? Думаю, конечно, опыт других стран, если изучать его, то мы видим, что есть страны, в которых отсутствует домашнее задание. Основные задачи решаются на уроке, основное усваивается на уроке. Я думаю, что в нашей практике и в нашей системе образования тоже есть педагоги, которые умеют организовать опять же, образовательный процесс на уроке так, чтобы основное было усвоено, и домашнее задание, оно либо вообще отсутствует, либо минимально. Но это... качество организации образовательного процесса на уроке. И здесь, опять же, многое зависит от учителей. Абсолютно согласна. Если мы опираемся на опыт иностранных стран, то мы должны смотреть на эту задачу комплексно, а не выхватывать то, что нам выгодно, и сегодня об этом говорить. Потому что без комплексного погружения в систему образования любой страны сегодня говорить о том, она лучше, чем наша или нет, очень сложно. Справедливо. Еще хочу дополнить по поводу перегрузки. Помимо того, что родители должны помогать, еще так выстроена система и выстроено централизованное тестирование. Большинство выпускников школ планируют поступать в высшее учебное заведение, что нужно еще заниматься с репетитором. И это серьезная проблема. То есть без репетитора в ВУЗ не поступишь. Без репетитора по ЦТ большое количество баллов не наберешь. И вот это еще один пример того, что нужно что-то менять в системе образования. То есть, наверное, я бы был недоволен частной школой, если бы мне, да, моему ребенку после занятий в школе надо было еще нанимать репетитора. Мы отправляем людей учиться в среднюю школу Англии, и тоже там невероятно, как этот человек пошел в школу, а еще ему отдельно где-то надо искать, доплачивать деньги, чтобы заниматься с другими, с репетитором. А сейчас даже самые талантливые ученики, вот я общаюсь со многими ребятами, которые побеждают на олимпиадах, они все равно вынуждены заниматься, потому что школьная программа не дает столько знаний, которые необходимы для набора максимального балла на ТТ, которые необходимы. Я не согласна. Да, я как бы знаю примеры и с репетитором дети поступают, и без репетитора. И я скажу здесь и тоже роль родителей. Да, роль родителей. Родители часто перестраховываются. Это первая моя такая позиция. Угу. На сегодня... не все должны поступать в высшее учебное заведение. Не у всех есть талант и возможность получать высшее образование. Но общество сегодня устроено так, что мы все хотим. Вот мы же с родителями общаемся. Ребенок должен, установка такая, получить высшее образование любой ценой. И поэтому начинаются репетиторы. Здесь другой вопрос, который нужно сегодня в образовании решать, это приводить в соответствие формы выпуска из 11 класса и поступление в высшее учебное заведение. На сегодня Министерство образования работает над этим, чтобы разработать новую концепцию, новую форму, соединить, возможно, вот это с сегодняшнего дня вопрос, который очень важен. Выпускные и ЦТ. Или одна форма контроля, совмещение какое-либо. Сейчас идет активное обсуждение в профессиональных кругах, поэтому думаю, что будут какие-то подвижки, и если это соединится, это снимет ряд вопросов. То есть вы за?
Я за то, чтобы здесь произошли изменения. Да. Ну, я хочу сказать, что такой подход у нас уже был. И когда в нашей стране вводилось централизованное тестирование, то как раз-то и было, что выпускной экзамен за курс средней школы и ЦТ, это был один и тот же экзамен, и он же считался, так сказать, проходным для поступления в высшее учебное заведение. Если мне не изменяет память, по-моему, 2 или 3 года такая система просуществовала, и от нее отказались как раз-то потому, в том числе, вот как коллега сказала, что не все ребята были мотивированы поступать в высшее учебное заведение. А когда твой выпускной экзамен за курс средней школы является в то же время автоматически вступительным в высшее учебное заведение, это уже само собой разумеющееся. Поэтому здесь, мне кажется, нужно все-таки взвесить все за и против. Раз у нас такой подход был, и почему-то мы от него отошли, давайте проанализируем, почему, что нам это сегодня даст и стоит ли это делать. Да, спасибо. Здесь вопрос формы, формы контроля. Я не могу согласиться с тем, что поступить в ВУЗ без репетитора невозможно. Во-первых, суждение о том, что школьной программы недостаточно для поступления в ВУЗ, оно неверно. Я это говорю очень конкретно, потому что ежегодно программы вступительных испытаний, вот мы внедряем новые учебные программы для общего среднего образования, программы вступительных испытаний полностью коррелируют с программами общего среднего образования. Поэтому сказать, что школьной программы не хватает для поступления в ВУЗы, нельзя, это раз. Что касается подготовки с репетитором, это дело выбора. Однозначно одно. К поступлению в ВУЗ необходимо готовиться. К централизованному тестированию необходимо готовиться. Как это делать, определяет ученик и его родитель, законный представитель. Если ученик умеет делать это сам, умеет учиться самостоятельно, умеет систематизировать материал и работать с учебником, он может это делать самостоятельно. И примеров таких немало. Если он не умеет учиться, родителю проще дать это на откуп репетитору и потом сказать: «Я сделал все для тебя, я для тебя репетитора нанял». Я сделал все, что смог. А вот умеет он или не умеет учиться, кто его должен научить? Да. Школа или все-таки родители должны научить его учиться? Школа должна научить учиться. Но если она его не научила, получается. Научить развиваться. Но если не научила, и родители видят, что она не научила, и принимают решение, они же не просто бесплатно ходят к репетитору, а отдают существенную часть своего дохода, значит, родители считают, что школа не научила, и вот такую ставят оценку. Навыки самостоятельно учиться формируются, несомненно, в школе. Я об этом уже сегодня говорила, и новая программа это предусматривает. И даже домашнее задание, о котором мы говорили чуть выше, направлено на то, чтобы научить самостоятельно учиться. Возможно, вот эту задачу должны решать совместно. Главная роль, конечно, школы. Сейчас. Если было все прекрасно и так хорошо, мы бы здесь не стояли. Это бы не было проблемой, которая обсуждает в нашей стране. И действительно, репетиторы занимают значительную часть. Конечно, кто-то может поступить и без. Но давайте честно скажем, это есть в нашей стране, в нашей системе образования? Есть. Не справляется в полной мере? Не справляется. Так? Надо что-то думать и с этим. Вот давайте мы прервемся. Я согласен, коротко что должен прервемся. Научить учиться, но согласен, самостоятельно. Тема важная, но это не происходит. Согласен, совсем. Подошли к очень важному вопросу, возможно, главному. Все-таки школа учит, либо воспитывает. Понедельник вечер, наша жизнь на ОНТ. Вот уходя на рекламу, разгорелся спор о том, что вот без репетиторов можно поступать, нельзя поступать. Что не так с системой? Учит школа, либо воспитывает в первую очередь. Понятно, что и то, и другое. Но что в большей степени? Да, Вера, поддерживая пожалуйста. Те слова, которые сказали мои коллеги Сергей и Сергей, хочу сказать, что кто идет в репетиторы? Кто сегодня является, какова фигура? Так почему они ушли в репетиторство? Почему? Какая причина? Я хочу сказать, что, наблюдая за этим процессом... Мне кажется, ничего личного, только бизнес нужно ответить. Я бы так не сказала. Сегодня в репетиторы идут самые успешные, самостоятельные, активные люди. То есть часть педагогов, которая может работать с детьми и уметь научить учиться. То, о чем говорил Сергей. То есть сегодня репетитор – это фигура, учитель, ну, я не хотела бы сказать будущего, но настоящий учитель, который сегодня может дать необходимый набор знаний, умений, навыков и soft skill, то, о чем говорят наши коллеги, ученику вот в данный настоящий момент. И помогает ему
с теми проблемами, которые у него возникают, справится. Вы знаете, есть... вот как-то скажу, что совершенно не совсем согласна с тем, что вы говорите, потому что, наверное, может быть, это и наша ошибка, что мы очень мало говорим о талантливых, хороших учителях в школах наших. Может быть, Дмитрий, вот вы пригласите на программу тех учителей, которые сегодня работают в средних школах и дают прекрасные результаты, у которых дети поступают без репетиторов, которые набирают по 100 баллов, понимаете? Поэтому я не хочу сказать, что вот сегодня учитель, если он опытный, если он профессионал, не способен подготовить ученика для поступления в вуз. Я просто очень боюсь, что если я позову вот с одной стороны всех этих учителей эту армию, с другой стороны придется всю армию репетиторов позвать. Еще вот родители. Тогда а вы не зовите армию репетиторов. Почему? Вы позовите армию хороших учителей. Сегодня мы о них совершенно забыли, а их у нас очень много. Но все-таки проблема есть, конечно, проблема есть поступление в высшее учебное заведение. И родитель выбирает для себя форму этой подготовки. Кто-то доверяет учителю, кто-то идет через репетиторство. Но, наверное, сегодня нам стоит и говорить, и об этом уже говорят, что нужно вернуться к профильным классам, к профилизации. Ведь когда-то у нас был в школе мультипрофиль, когда на старшей ступени ученики выбирали себе учебный предмет, это и формировались группы, и это давало очень высокие результаты. Поэтому профилизация 2015 года это есть. Это сейчас хорошо. Уже, профилизация да? возвращается, это очень хорошо. И важно, чтобы она наступила с того этапа, с которого она должна заступить. На мой взгляд, это с 7 класса. Ну, сейчас с 8 класса у нас есть возможность до профильной подготовки. И вот в моем учреждении образования мы первый год работаем по такой программе. Это достаточно успешный опыт, когда есть возможность у ребенка сегодня написать заявление на повышенный уровень изучения химии и биологии, через полгода подумать, нет, я хочу заниматься чем-то другим и выбрать другой профиль, например, физико-математический. Вот чем больше они попробуют в этом возрасте, чем больше у них будет вариантов для осознания себя и чем я хочу дальше заниматься, тем легче в 10 классе профиль выбирать. Совершенно верно. То есть мы движемся в этом направлении. Вот давайте сейчас конкретные выводы. Вот главная мысль, которую вы хотели, возможно, на протяжении всей программы донести. Мало времени остается, вот чтобы мы его с максимальной пользой провели. Марина Александровна, пожалуйста. Я думаю, что сегодня школа достаточно стабильная, хорошо работающая государственная система, которая требует поступательных изменений, нововведений. И если мы будем сами уважительно относиться к своей профессии, то и окружающий мир будет точно так же. Это даст шаг, если я буду любить то, что я делаю, я буду хорошим учителем, то и окружающий мир откликнется, и тогда будут изменения. Благодарю. Сергей. Ну, первое, конечно, повышать роль и престиж учителя. Второе, это менять методики. Мне трудно по всем программам говорить, но, например, английский язык. Да? Люди учат, иногда отвечают, сколько лет учишь? 10 лет учил и ничего не знаю. У нас школа английского языка, и много детей. Это приходит к нам, у них есть в школе английский язык, приходит к нам, почему мы хотим выучить язык. То же самое по обучению за границей. Люди едут за границу учиться, ну, на летние программы, именно для того, чтобы выучить английский язык. Это говорит о том, что я спросил у учителей наших, почему, тоже бывших педагогов школьных. Они говорят, ну, учебные пособия не те, меньше мы разговариваем. То есть есть в каждом предмете, я уверен, есть что улучшать, и вот этим надо заниматься. Оксана Владимировна, как вы считаете? Мне кажется, что сегодня нужно менять систему подготовки наших педагогов. Мне кажется, что сегодня педагогические вузы должны тоже идти в ногу со временем и готовить педагогов больше практикоориентированных. Потому что зачастую педагог, приходя в школу, еще не обладает в полной мере навыками практическими, которые он мог бы применить и развивать свое какое-то методическое совершенствование. Вот пересмотреть подход к подготовке педагогов, мне кажется, это будет один из основных таких моментов, который позволит нам, в общем-то, двигаться дальше. Сергей Вячеславович, немножко поменяем ход. Я понял. Обучать или воспитывать? И не то, и не другое. Социализировать в первую очередь, там объединяется и обучение, и воспитание. Так? А школы должны быть разные. В данном случае для того, чтобы выбирали и родители, куда отправить еще маленького ребенка, и потом, чтобы уже подросток мог выбрать и профиль, и поменять, и так далее, чтобы по окончанию он уже сознательно выбирал либо вуз, либо какая-то профессия. И я согласен, что не обязательно для всех должна быть одна дорога. Благодарю.
Я хочу сказать, что, поддерживая своего коллегу, о том, что должно быть много разных школ, и чтобы у родителей был выбор. И мы сегодня, частное образование, выступаем за государственное частное партнерство. Находясь в рамках образования Республики Беларусь, тем не менее, мы бы хотели... Во-первых, мы снимаем нагрузку с бюджета. Фактически, за каждого ребенка государство не восполняет родителям ту сумму денег, которая в бюджете заложена на каждого ребенка. Мы снимаем эту нагрузку. Мало того, мы обеспечиваем рабочие места. И сегодня частное образование находится на острие педагогической науки, обладая той гибкостью, которой сегодня государству не хватает. То есть привлекая сегодня самых высококвалифицированных педагогов, используя новейшие педагогические методики, мы бы хотели взаимодействовать с государством. Мы бы хотели работать в тесной связке с государственными структурами, принимать участие в семинарах, в методических объединениях, использовать все возможности, которые сегодня нам дает Министерство образования Республики Беларусь. Благодарю. Валентина Васильевна. Современная школа развивается, она совершенствуется. И я считаю, она отвечает на те вызовы времени, которые сегодня перед ней стоят. Важнейшим условием успешного решения задач, которые сегодня необходимо решать, является профессионал-учитель. И будут еще лучше и успешнее решаться задачи, если у учителя будет команда единомышленников в лице педагогического коллектива и родителей учеников. Вот тогда задачи будут решаться лучше и качественнее. Спасибо большое, дорогие друзья. Мне очень хотелось, чтобы я уверен, что эта тема так или иначе будет продолжаться, разумеется, не только в телевизионном формате, дискуссии, в экспертной среде. И нам очень важно, когда мы рассуждаем и думаем, вот мне кажется, вот я считаю, или на опыте только своего ребенка мы делаем вывод обо всей системе образования, это тоже не совсем правильно. Надо слушать экспертов, которые, для которых это профессия разбираться в этой сфере. Поэтому ни в коем случае разговор про школу нельзя превращать в судилище такое. Да? Опять-таки для того, чтобы не обидеть тех учителей, которые действительно очень достойно выполняют свою профессию. Ну и когда мы говорим неблагодарная часто профессия про учителя, ведь здесь даже не столько про зарплату. Понятно, что, наверное, нигде в мире нет все-таки учителей-миллионеров и миллиардеров, но вот статус учителя, это уже нужно поддерживать не на уровне государства, а на уровне общества. Когда родитель позволяет себе и своему ребенку хамское поведение к учителю, конечно, это лучше ни школе, ни ребенку, ни образованию от этого не становится. Давайте тоже об этом помнить. На сегодня все. Спасибо, что были с нами. Счастливо. Спасибо.